Так, Сатурн. 9 июля 2020 год, Харьков, 22:34 по Киеву. Это у нас начало еженочного парада планет, который длится, по крайней мере, который я начал снимать с 4 июля. И вот уже каждую ночь, пятый день, пятую ночь снимаю. Встает Сатурн, до которого сейчас 1 350 000 000 километров. Стоит над горизонтом. Так, дальше. Две яркие внизу звезды. Это вовсе не звезды, а фонари депо. Вот это у нас Юпитер. Ну, фонари Салтовского депо легко использовать для того, чтобы как ориентир, для того, чтобы понять, насколько низко пока над горизонтом Юпитер. Почему Сатурн сейчас так был квеленько видел, виден он через плотные слои атмосферы, его свет к нам доходит. В общем-то, я собирался и собираюсь часа в 2 ночи выдвинуться за Харьков и поснимать полный парад планет, начиная с Юпитера, Сатурна и заканчивая Венерой, проходя, походя через Марс. И Луну. Но с балкона увидел, как встает Юпитер и как у собаки Павлова. Пошло слюноотделение, не смог себя заставить лечь после смены хотя бы пару часиков подрыхнуть. О, смотри, какие красавицы. Юпитер встает. Значит, справа это у нас спутник Каллисто, как ни странно, справа. Тоже он отстоит, но теперь, смотри, в один кадр под ним попали все четыре. Ну теперь справа, дальше идет Ио, которая будет перемещаться в 2 часа ночи, она будет слева от Юпитера. Потом идет Европа после Юпитера. И крайне левый спутничек, это у нас Ганимед. Замечательное безоблачное небо. Неизвестно, что будет через пару часов. Не смог я себя заставить не пойти на эту красу полюбоваться. Как раз посмотрим, как через пару часов, через пару-тройку часов изменится конфигурация спутников относительно Юпитера. Ну, в общем-то, сильно рванет влево только спутник Ио. Хорошо, если не будет облачков. Сейчас, по-моему, даже дымки никакой нет, что вообще редкость в последнее время. Да, а после 2 часов ночи, когда я собираюсь быть за Харьковом снимать, будут Ио и Европа друг над другом. То есть Европа будет над Ио. По крайней мере, так нам обещает программа Stellarium. А пока она нам не врала. Так, попытаюсь сейчас резкость порегулировать. Сильно я за это прошу прощения. Вот за это. Так, и сейчас еще, наверное, дублик сделаю.
при другой освещенности, при другой светочувствительности, спрашивают в комментариях, почему не видно других звезд. Потому что такие настройки светочувствительности у фотоаппарата. Если мы видим спутники Сатурна, то мы, ой, спутники Юпитера, то мы не видим полос на Юпитере. А звезды, кстати, может, сейчас и будут видны. Даже не знаю. Ладушки, а сейчас поставлю светочувствительность пониже, но это чтобы не было такого. Вот сейчас Юпитер просто сплошным белым пятном виден, контрастный на ночном небе. Хочу сейчас сделать настройки, когда не будет видно. Не знаю, вот это уже огни домов. Видно, да, насколько дом освещен. Вон дома. Сейчас я в окуляр посмотрю, видно звезды или нет. Да нет, не видать. Ну, это не звезды. Ну вот только Юпитер очень, ну Юпитер самый яркий. В одном кадре Юпитер. Ну вот сейчас приблизил, видно и Сатурн. Звезды, конечно, приблизить возможности никакой нет. Ну вот сейчас я наведусь на что-нибудь поярче. А, ну вот звезда. Вот тебе, пожалуйста. О, как красота какая. Все, звезды нашли. Ладушки, переключаюсь на другое освещение, светочувствительность.